Всем большой привет, подписчики, пришедшие на мой канал. Весна, начались походы на природу, и я хотел вам показать одну очень необходимую любому туристу вещь. Это так называемое гибкое увеличительное стекло, которое представляет из себя такую квадратную рамку для того, чтобы с помощью этого стекла разжечь костер. Покажу, как это делается. Вы берете кусочек бересты или еще какого-то темного дерева, и с помощью вот этого стекла увеличительного вы очень легко сможете разжечь этот самый костер. То есть делаете фокус, наводите этим стеклом, получается вот такое пятно, и с его помощью разжигаете костер. То есть я вот сфокусировал.